Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я продолжаю проходить ивент пиццы, и сегодня вам покажу, как я получил Purple Patty Flow. Вот такую вот прикольную шапочку фиолетовую с какими-то красивыми бантиками вы можете получить за то, что выполните условия получения этого приза. Ну что ж, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, там всегда очень интересно, не забываем это делать. Ну а сейчас посмотрим, как эта шапочка смешно смотрится на мне. Ну да, не мой фасон абсолютно, но для коллекции пойдет. Я коллекционер, я собираю все вещи бесплатные в игре Roblox. Итак, ребята, чтобы ее получить, вам нужно встретить в игре ютубера из вот этого клуба Roblox Video Stars. Сюда входит 139 человек. Любого, которого вы встретите, нужно, чтобы он вас выстрелил из пистолетика. Попав в вас пиццей, вы сможете получить этот приз. Ну а также, кстати, если вы просто подберете пиццу, которую он выстрелил, вы получите бейджик. Я, кстати, ребята, тоже отправил заявку. Я тоже стану Roblox Video Stars и смогу вам помочь с этим ивентом. Ну а сейчас, ребят, я вам хочу как раз продемонстрировать то, что сейчас у меня на сервере, точнее я у него на сервере у Кронера 3D. И как раз я подбирал его пиццу и получил, видите, справа бейджик. Он просто ничего не дает, просто бейджик у вас красивый за то, что вы были на одном сервере, так сказать, со звездой. Ну а когда мы перешли на другой плейс, тогда наконец-то Конор 3D смог меня попасть, он меня стрельнул, и я получил свою ачивку. Кстати, большое ему спасибо, мы даже немножко в Дискорде пообщались с ним. Он сейчас довольно-таки часто заходит в игру, и все желающие могут получить эту ачивку, поэтому я ставлю также под видео его Дискорд. Возможно, вам тоже повезет. Итак, ребята, что еще хочу сказать? Мне не хватает всего лишь одного приза, чтобы собрать абсолютно все вещи в этом ивенте. И, кстати, вам нужно всего лишь получить 5 любых призов из 7 для того, чтобы получить гранд-приз. Гранд-приз – это у нас вот такие вот крылышки в виде, я не знаю, это получается арбуза. Вы его сможете получить, если собрали 5 вещей. Но обращаю ваше внимание, что комьюнити пицца, это вот этот пистолетик, который выстреливает пиццу, он не считается. То есть любые другие 5 вещей вы должны получить, тогда получите гранд-приз. Ну и напоследок хочу сказать, что мне осталось только найти и встретить кого-нибудь из Roblox админов для того, чтобы получить самый последний приз, который я еще не получил. Надеюсь, в одном из следующих видео я вам покажу, как я это сделал. Ну, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. До новой встречи на канале RedCat. Всем пока!